Меня задолбал сверлить уже. Надо видосы сейчас снимать. Скажи, эй, ты! О, у кого там жопа какой-то? Это у меня. Я в жопе. Вместе. Блин, воду забыл. Хач в жопе, короче, смотрите. Ну это как всегда. Хачи все такие. Хач. О, и Фидляк Юдаль тоже в жопе. А у нас здесь наводнение, чё так поздно? Я забыл поставить, я же сказал. Склероз! Зато Рудольф не утонет. Да фу, говно играет. Реально говно. Будик, у тебя есть там ТП, если что. Стреляй в бочку. Бочку, 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 бочку. Да, ну, вот прям шаг, вот так. Ну, что ли, я не понимаю. Как убрать так? А как там было? Сука. А вот хорошо, чувак. Че ты такой тупой? Как я. Куда ты кинуть хочешь? Что? Тебя. Алло. Рудик, это сверхразум? Да. Там мина на мине. Ёлка и мина, что взрывать мне первым? О, я выше всех, я царь, короче. Что-то все в жопе какой-то. Не, я тут самый настоящий рак. Алекс, я нам с тобой придется копаться. Да на изи. Чё? Даун-даун. У, просто так балку потратил. Серьезно? Блин. Да трек. Как? Прокопай. Да. Как раз. Идеально. Вот этот тоннель между мирами. Да. Знаете, кто в жопе? Ты. Естественно, рак. Я? Я рак. Я тоже рак. Алекс, чё? Камял так далеко нельзя. Насрать. Я ломаю систему. Насрать. Мне насрать на тебя. Копать тоннель гранатой? Да. Думно. У этого червя еще такой взгляд. Ну что, больше вариантов нету. Че еще делать? Телепортируйся, Рудольф, куда-нибудь. Вон наверх ты пойдешь. Не могу еще. Да у нас еще времени много, так что. Рюкнись. А что мне делать? Ну не знаю, давай ты. Я просто кину в тебе. Может, не надо? Сука. Сверхразум. Прикольно. Блин, сейчас буду упасть на них. Ты закончил свой икл. Да, я сразу бы вышел с каталка, что игра говно. Как если... Продолжаем план. Все игры, кроме GTA, говно. Ну и Dark Souls. О, я попал. Одно хп снес. Ты ко мне. Да, ой, тупой щеданю. Вот пункт математики 2. Вот Dark Souls говно. Да, Dark Souls говно. Worms говно. КС говно. Dirt Rally говно. Евротрак говно. Dirt Rally говно. Евротрак говно. Короче, все игры в мире говно. Кроме фарминг симулятора и... Майнкрафта. GTA 5. И Glitcher Heroes. Ну давай. Почему я не сдох? Там три мины в одном месте. Ну я сейчас пойду на них. Я хочу сказать, что игра говно. О, Камел, вот это ты зря. Чё это? Вот это ты реально зря. А Камел, чё это? Зря. Тупой ребёнок. Тебя может Саша слева обстреливать? И Рудик еще снизу. Чё, он чё, думаешь, умный, что ли? Нет. Рудик, давай стреляй по этому давно. Рудик за апдейт. Рудик, а ты на геймпаде играешь? Нет. А можно? Не знаю. Олег, давай ты один там внизу останешься и все. А, на геймпаде можно. Можно? Да. Все точки сверху заняты. Реально можно на геймпаде. Да, да, кстати, можно. Все, буду Worms на геймпаде играть. Давай я буду на геймпаде играть. Только нужно управление посмотреть. Так, где помощь настройки? Так, управление. Ну а что ты умер? Да. Ну тут слишком много всего.
Алис, ходи быстрее. Я могу управление геймпадом посмотреть. Алис, тебе 15 секунд сейчас пройдет. Как прыгать? А вот. Алис, ты на геймпаде играешь? Да. Погоди, как это говно? Валеру, да? Так. Стреляй в Камела, стреляй в Камела. Я не знаю, тут не в кого стрелять даже. Камел лучше для всего. Там помешать ему. Ой, мне кажется, мне хана. Брать оружие на вот этот, на... Вот знаешь, есть кнопка старт, и ещё слева есть эта кнопка. На бэк, да. А, точно, у тебя же от Xbox, точно, на бэк, да. Я горю. Лох. Ну что, с тобой одинаковые пульты, что-то. Ну да, да, да. Я хочу DualShock 4. Вроде, кидай гранату. В тебя? Дай мне гранату. Не, в меня. Я тебе скажу, когда отпускать, чтобы в меня попасть. Как масштаб менять? Алло. Бери гранату. Все, я буду только на геймпаде Worms играть. Офигенно. Так, теперь давай, я скажу, когда отпускать. Жми. Жми, да. Я ж говорю, когда отпускать. Ты тупой, а? Саша, ты фу, знаешь? Говно игра. Ты знаешь, как в эту игру играть или нет? Чем ты ее покупал себе на говно? Не знаю. Он хотел с нами поиграть. Скажи, мастер-класс. За 1,5 евро купил. А я за 2. Так вы подумали, кто мне будет GTA-шку покупать? Тебе никто. Да. Кто тебе GTA купит? Алекс. Был бы я очень богатым, я бы купил. Всем причем, да? Да. Сразу же. Не, выиграл бы я там 1,000,000 евро в лотерее, я бы вам всем новые компьютеры купил. Офигеть, ты такой добрый. Я знаю. Серьезно? Да. Только до канала бы он доходил столько. Даже Игорю? Не, ну... У него и так новый. Не, просто докамяло бы Почты России, он бы доходил столько же до тех пор, пока не выпустили новый лучший компьютер. Кстати, да. У него год бы шел компьютер. Да-да-да. Потому что за это... Попробуй стрельнуть этого, Саша. Это тяжело попасть. О, ничего, камялу снялось даже. Ты очень все такие... Все такие чистые, надоели уже, хватит. Извини. Ой, лаги. Играть не умею. Ой, лагает. Да ща отлагает. Серьезно? Не думал, я умру. Просто камял меткость. Было бы близко. Знаешь, я думаю, что я умру, он такой, брат, я не умираю. Рудик, давай, все или ничего. Рудик, повыше возьми, повыше. Давай. Давай, не промахнись, как камел. Ветер был в другую сторону. Все из-за ветра. Чего вы такие давно? У меня вообще ни одного хп не потратилось. Да сейчас мне сейчас надо есть, я спрыгну в воду. Блин, была бы вода, вы же все утонули нафиг. Да, было бы круто. Вот я бы реально... Нет, если бы я не телепортнулся, я бы утонул, да. А так, 30, я бы там сейчас... Даже мне давай! Дебил. Плюс. Ждет чего-то. Он прыгает на своей скакалке. Ага, когда он? Это было весело. Алис, докопай к Талису, нафиг, что ты делаешь? Учись. Погоди, стой. Какой Талис? Есть Сашу уже, а? Талис. За что? За что? Что я тебе сделал? Ой! Я забыл, что... Чего не могу тебе решать, кроме геймпада? Реально, да. Я забыл, что на X это прыгает. Я почему-то подумал, что на X это стреляет. Блин. Во, сверхразум. Фу, на тебя мелкий. Дегенерат. Дегенерат. Давай, Рудик, там. Мразь. Рудик, давай. Давай. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Дегенерат. Маленькая кисенька.
А как же топ-кек? Во, попал. Вот это рандом. Не, это просто мокренькая кисонька помогла. Вот это я понимаю, рандом. Ну ты ещё. Сейчас. Алекс, давай дружить. А ты не сдох, а я думал, ты сдох. Дружить хочешь, Камел? Алекс, давай дружить. Дружить хочешь? Давай. Дружить хочешь? Да, хочу дружить. А больше ты ничего не хочешь? Короче, я сейчас... Да, быстро сейчас доиграть, я хочу свою очередь, и потом я прыгаю в воду вниз. Пытаюсь умереть. Сам. Алекс, давай ты на эти три мины, и мы посмотрим, что будет. Погоди, чё? На три мины стань. Посмотрим, что будет. А. Да блин, это вообще такой рандом сейчас был. Алекс, давай на 3 мины, на 3 мины. С Камелом, такой рандом. Пока, Камел. Ишак. Я пошел в Google, короче, всё. Ишак и Ньютон. Говно игра, да? Не, у меня сейчас идеальная позиция. Если я мог бы дать кому-то свой игрок, то я бы сделал бы это. Ну, как, извините, но я это не могу сделать. Давай, это Спарта. Ну и шаг. Алло. Гов КС-очку. А ты мне чё? Я кушаю, что я тогда. Чё, я спокойненько в... Еееее! Всё. Всем пока. Ты куда, лох? Кататься. Да ты кидал его, Рудик. Приедь ко мне. Почти убил Камяла и вышел из Формса. Добился успеха. Что мне делать? А я зачем зателепортировался? Скажи, всем пока. Пока, дегенерат. Стой! Рудик. Блин, он ушел уже. Алекс, ты пэкнись к нему, и все, он тебе ничего не сделает. Да я сейчас и хотел тэпэкаться. Тэпэкаться. Да блин. Не, тут... влево, чтобы он не смог пройти. А тут... А, хорошо. Так, так вот. Все, он заперти. Хелло. Все, я его теперь убить могу на изи. Давай, пропускай ход. О, найс, динамит. Давай, сложим динамит. Только он тебя не спас. Надо было копать. Давай сделай, Алекс, ничью, чё ты как твоя? Не знаю, я хотел сейчас ничью делать. Чё ты мои мысли уже второй раз читаешь? Не, я реально хотел. Я думал об этом. Давай, с динамитом вдвоем взорвемся. Угу. Я так и знал. Я тоже так и знал. Чувались, у нас с тобой по две победы. Изи катка.